Якщо ви хочете щось купити або продати, ви повинні розуміти, як же правильно створити сайт, аби він на вас працював. І саме з цим запитанням ми сьогодні звертаємось до спеціалістки Ольги Медведєва, викладачка діджитал-маркетингу, письменниця і журналістка. Оля сьогодні у нашій студії, і вона зможе розповісти нам, як же правильно створити сайт і так, щоб він запрацював на вас. Щоб це було не зайвим, так, щоб цей сайт працював так, як вам потрібно, і, можливо, навіть трошки краще. Оль, дуже рада бачити сьогодні тебе в нашій студії. Скажи, будь ласка, з приводу сайту, то чи усі користувачі задоволені тим, що зараз у нас є на ринку? Ну, на сегодняшний день, в первую очередь, могу сказать, что все сайтовладельцы хотят, чтобы их сайт обязательно был в топе. В топе на первой страничке, вот в составе первых 10 строчечек. Но опять же, сайтов много, бизнесов много, а страничка с 10 строчками у нас всего одна. И вот за эту страничку как раз-таки происходит вот такая вот самая ожесточенная борьба. Вот. А так как я занимаюсь написанием контента, руковожу созданием сайтов, их продвижением, выведением в топ как раз-таки вот по этим вот моментам, то я могу сказать, что вся такая закулисная борьба происходит именно не на внешнем этапе, как выглядит наш сайт, а внутри. То есть его технические характеристики, его возможности. Вот на это стоит обращать внимание. Так, да? Так от ті характеристики, от на які потрібно звертати увагу, мабуть, треба знати вже як ключові, так, і розробляти їх одразу з самого початку і знати, до чого це може призвести. Які найперші правила, от за якими потрібно йти, і які треба одразу розуміти, і або самому, або вам, так, вивчити і все це зробити, або вже покластись на фахівців, на спеціалістів і потім їх контролювати, так? Так, звісно. Що? З чого починаємо? Ми починаємо, в першу чергу, з того, що сайт має бути цікавим, інформативним, удобним, але в першу чергу не подобається владельцю, а бути удобним пользователем. Пользователям этого ресурса, чтобы была удобная навигация, чтобы люди вот так вот сразу зайдя нативно могли понять, что где находится, не тратили долгое время на домысливание, чего в своей голове придумал создатель этого сайта. И это очень важно, потому что сами предприниматели вращаются в своей среде. То есть они привыкли, что все называется какими-то профессиональными терминами, что такие же специалисты их прекрасно понимают, сотрудники их прекрасно понимают, но простые рядовые обыватели, они называют немножко все другими, своими словами. И вот надо как раз-таки подстраиваться до уровня вот таких вот рядовых клиентов. Ну, легко, зручно, так? Да, щоб можна удобно. Було просто дуже. І ось так, буквально дуже швидко все побачити, знайти ту потрібну інформацію, яку ви шукаєте, і все, щоб не треба було робити зайвих кроків, да, бо да, зараз да. Люди не хочуть цього не робити. Не хочуть, да, да. Когда владельцы сайта сознательно усложняют задачу, вот очень часто этим, скажем так, грешат те ребята, которые находятся в Инстаграме, продают через Инстаграм, что цену надо узнавать, напишите, написали вам директ или напишите нам в директ. Людей это, ну, банально раздражает. То есть человек хочет знать здесь и сейчас, какая цена, какие условия, подходит ему этот продукт, не подходит. Все, и двигаться дальше. Вот. И поэтому вот все ключевые моменты, которые могут возникнуть, все вопросы, которые могут возникнуть у клиентов, их надо вот сразу же расписывать и показывать достаточно без каких-то завуалированных моментов. Чётко, подробно, понятно. Да. До речі, коли є такий момент, що от ми пишемо вам особисто, так? То тоді от у мене, наприклад, питання, чи можливо вони щось приховують? Да. Можливо, бояться сказати ту справжню ціну, да. Це перше. Інше, можливо, бояться перевірки, бояться ще да. інших моментів, працюють нечесно. І ти тоді розумієш, що ага, тут є стільки нюансів і мінусів, що вже, може, і не треба. Да, может быть, уже и не треба. А сейчас настолько рынки перенасыщены в любом сегменте, поэтому все держатся за своего клиента, за своего потенциального покупателя, поэтому его нужно всячески задабривать, заинтересовывать, ублажать. Ну, от этого никуда уже не денешься. Добре, да. Тоді, якщо ми хочемо зацікавити, то якими ключовими ж словами, діями потрібно це робити? Должно быть какое-то уникальное предложение. Такое предложение, от которого просто невозможно отказаться.
Вот, какой-то оффер, что-то вот такое, что действительно зацепит вашу целевую аудиторию. Вот это должно быть. Наприклад? Наприклад, допустим, после, допустим, там 6 часов вечера мы продаем всю нашу выпечку, допустим, там по цене там, на 70% ниже, чем она сейчас у нас есть. Угу. Да, определенную категорию населения это заинтересует. Но, опять же, если мы выставляем какую-то лакшери, элиту, какой-то вот такой сегмент очень-очень высокого класса, то, наоборот, такой сегмент это отпугнет. То есть надо вот учитывать все моменты и, собственно, нивелировать спрос, предложение. Иногда бывает, что наплыв клиентов, он не всегда и нужен. Угу. В такому форматі. В такому випадку потрібно трошки бути психологом, трошки розбиратися в тому, які зміни відбуваються в суспільстві. Їх, до речі, дуже багато, і вони так швидко відбуваються, що просто треба завжди слідкувати за усіма нюансами і розуміти, що десь тут може бути секрет, і на цей секрет потрібно звертати увагу. Да. З приводу того, як же ми можемо зацікавити своїм розміщенням на сайті там, інформації, так, ми повинні теж розуміти, на що саме треба звертати увагу. Якщо ми щось продаємо, угу. то ми повинні все це вібрати у ті ключові слова, у ті ключові речення і фрази, так, які можуть зацікавити одразу. Угу. Які ж саме, який набір треба для себе вже зорієнтувати, угу. щоб це все спрацювало. Ага, тематичне ядро? Так, будь ласка. Іншими словами це можна назвати да, так. Є таке умне словосочетання – семантическое ядро. В принципі, може його хтось где-то как-то слышал, но применительно к сайтам його применяют очень-очень маленький процент людей. Вот. То есть изначально мы наш сайт затачиваем так, чтобы поисковые системы его находили. То есть то, что интересует людей, то, что интересует наших клиентов, оно должно быть четко прописано у нас на сайте, прописано в названиях наших товаров, в пояснении, в дескрипшене, в ключевых словах. И опять же, на разных страницах не должно быть таких вот классических повторений, которые делаются, как правило, копипастом. То есть это такая уникальная филигранная работа по сбору этого семантического ядра, и если все сделано так, как это необходимо, правильно, потрачено определенное количество времени, сил, усилий на то, чтобы проанализировать и рынок, проанализировать товар, проанализировать все возможные запросы, которые делают наши потенциальные клиенты, и, собственно, тогда, да, наш сайт практически всегда будет в топе. А еще если эти ключевые слова умело вписать в наш текст, в наш уникальный текстовый контент, то вообще будет конфетка. Угу. Оль, якщо ми вже захотіли створити от той сайт, з якого ми починаємо, так? Угу. То і ми ж, звичайно, хочемо, щоб він був в топ. Ну, конечно, иначе зачем інакше все это затевать? Да. Ми не погоджуємось на інакші умови, але ж їх багато і усі продають, скажімо так, в тій категорії продає багато хто, і да. вже вони в топі. Як нам перебити це все? Чи є такі, можливо, якісь... не знаю, речі, які можуть лише звернути увагу лише на ваш сайт. От саме на те, що ви робите. Самый такой самый простой способ, который можно применять, это, конечно же, контекстная реклама. Вот когда клиент хочет, чтобы его сайт вот сразу же на второй день, вот через полчаса вот уже был в топе, окей, за ваши деньги любой ваш каприз. И товарищ Google, естественно, ваш сайт поднимет в топ благодаря контекстной рекламе. Такой момент возможен. Но опять же, пока количество денег у вас имеет место быть, ваш сайт будет где-то аж на первой, второй, третьей строчечке в поисковой выдаче. Как только ваши денежки закончится, увы, сайт тоже уйдет в небытие. Угу. То есть такое есть. А, скажем так, SEO, Search Engine Optimization, оптимизация сайта под поисковые системы, как раз-таки дает возможность сайту постоянно занимать лидирующие строчки в поисковой угу. выдаче. Да. И вот это как раз-таки комплекс таких мер, которые необходимо постоянно, регулярно применять, чтобы сайт не терял, сначала завоевал, а потом не терял своих лидирующих позиций. Так, тобто, насправді, сайт потрібен, як ти вважаєш, Оль, на сьогоднішній день? Він усім потрібен? Чи є якісь особливості? Є та категорія людей, яким, взагалі,
можливо, це і не треба. Це тільки гроші витрачені, час там і все решта. Якщо сайт строїться і затачується з умом, то він потрібен, то він буде працювати. Якщо це просто где-то как-то, тому що у кого-то воно є, без конкретної цілі, без каких-то прописаних чітких шагів, то це просто потрачені гроші. Ну, опять же, сайти бувають різні. Сайти бувають лендинг-пейдж, сайт буває сайт-візитка, інтернет-магазин, буває блог. Тобто в зависимості від цілей і задач, любая форма сайта, она их закрывает. Но опять же, надо понимать, какие у вас цели и задачи. Да. То есть сейчас сайты нужны и диетологам, и фитнес-тренерам, и преподавателям для того, чтобы набирать студентов, чтобы их легко можно было найти. Но опять же, такой категории людей вполне легко и возможно, допустим, брать сайт-визитку как вариант, брать лендинг-пейдж. Самый простой вариант – это страничка в Фейсбуке, в Инстаграме. Що там повинно бути написано? Не те найголовніше, на що люди звертають увагу і, звичайно, будуть лише до вас звертатися. Ну, я маю на увазі не лише звичайно, але ну, так, щоб воно вже працювало. Ну, в першу чергу, мабуть, найголовніше, о чому завжди всі говорять, це офер. Унікальне торгове предложення. От якщо воно буде, якщо воно оформлене, тоді, в принципі, да. Клієнт розуміє, куди він і зачем попав. Вот. Опять же, контакты должны быть, как вас найти, как с вами быстро и легко связаться. Вот. Ну и какая-то вот уникальная фишечка, плюшечка, благодаря которой вы привлекаете своих клиентов и удерживаете их. Вот. Вариантов очень много, они все очень разные, и поэтому в каждом конкретном сегменте их нужно обсуждать. То есть то, что необходимо девушке, которая занимается маникюром на дому, да, допустим, абсолютно не нужно там, профессору, преподавателю, там, лингвисту, египтологу там, или японисту и так далее. То есть разные цели, разные целевые аудитории. С приводу оформления, чи це грає якусь роль? Саме оформлення, картинка, я маю на увазі, що... Картинка. Картинка теж має огромне значення, тому що візуал на сьогоднішній день, да, він цепляє, але він має теж відповідати масі требований. Да? Він точно так же затачується під поискові системи в поиски, він точно так же має привлекати внимание потенціальної цільової аудиторії, вот, ну і відповідати той задачі, яка перед ним ставиться. Продавати в даному випадку либо товар, либо услугу. Вот. А, естественно, контент должен быть уникальный. Нет смысла брать фото работы какого-нибудь там фитнес-тренера, да, и ставить его на своей страничке. Ну, лучше, да, лучше, так, естественно, ставить свою Путин работу. Путин стали ведомо. Да, так, да, то есть, да, да, да. То есть, и, кстати, те люди, которые действительно выкладывают этапы своей работы, пошаговые этапы, те же фитнес-инструктора, тренера, и люди видят, что да, действительно, была вот объемная, стала изящная, худенькая, за какой-то промежуток времени, да, это вызывает определенный уровень доверия к этому человеку. И плюс еще узнаваемость его как личности, как специалиста. Насправді, кажуть, що от всі ці мережі, вони займають стільки багато часу, що тому ж фітнес-тренеру, ну, наприклад, візьмемо, ну, будь-яку категорію людей, які займаються чим-небудь, так? Вони і так зайняті, у них і так дуже багато роботи, вони працюють, і вони би краще тратили всі свої зусилля на свій професійний ріст. А вони займаються ось іншою роботою, яка їм зовсім не потрібна. Да, і от на сьогоднішній момент, да, основна складність в тому, що і фотографам, і фитнес-инструкторам приходится тратить львиную долю своего времени на то, чтобы позиционировать себя в интернете. Вместо того, чтобы, допустим, работать с клиентами, улучшать свой уровень там, профессионализма и так далее. Но опять же, если нанимать человека со стороны, этот человек не будет знать всех нюансов, всех тонкостей, которые знает действительно специалист. Да. И вот тут приходится выбирать. Либо нанимать какого-то специалиста и, скажем так, терпеть не совсем хорошую работу, либо все делать самому. Ну, мабуть, вот. Люди залишаються на другому варіанті, бо якщо ти знаєш тонкощі, знаєш, що саме сталося, і знаєш точно текст, який допоможе людям правильно визначити якість вашої роботи, який допоможе побачити, які були зміни, зрушення з тої позиції, яка була з самого початку, то, звичайно ж, все це буде працювати на вас. Але для цього потрібно витратити деяку частину вашого часу. Скільки часу, от, на погляд спеціаліста-фахівця, потрібно приділяти сайту чи, можливо, просто рекламі десь в інтернеті і просто своєму просуванню? Просто своєму просуванню. Ну, вот так вот взагалі я сказати не можу. Тому що, опять же, що ми вкладаємо в це? Введення в
в страничке в Фейсбуке – это одна единица времени. Фейсбук плюс Инстаграм – это уже 2 единицы времени. Можно, допустим, добавить, подвязать эти аккаунты и сделать шеринг. То есть кросс-постинг из одной соцсети в другую. Вы таким образом сэкономите время, да. Вот. Если это сайт, да, на сайт в первую очередь нужно ставить какой-то уникальный контент, который будет говорить о вашей деятельности, товаре и услуге. Это тоже время. Но опять же, тут можно делегировать время. Да? Текст может писать какой-нибудь человек, который является там, копирайтером, что-то там напишет. Но опять же, проконтролировать этот момент тоже необходимо владельцу. Хотя бы тому человеку, который понимает, о чем идет речь. Mm-hmm. Потому что грамотный филолог, он, скажем так, с литературной точки зрения это все подаст. Человек, который занимается продвижением, найдет в этом тексте массу дыр, благодаря которым текст не будет продвигаться, не будет заточен под поисковые системы. То есть нужен еще такой человечек, который занимается именно продвижением под системы, под поиск. И третий момент, чтобы текст действительно был профессиональным, отвечал всем тем требованиям, которые ставит владелец сайта для продаж. То есть это вот такая работа вся в комплексе. Скажем так, делать это все одному на сегодняшний день достаточно сложно, поэтому надо привлекать специалистов. Угу. И когда человек выходит на определенный уровень, он привлекает специалистов. То есть вначале это, допустим, какой-то вариант бартерного сотрудничества. Когда ты ходишь ко мне на тренировки, там выкладываешь это все, да, постишь там себя в лосинках, и, скажем так, мы вот взаимозачетом довольны. Uh-huh. Такой вариант есть. Вот. Если, допустим, это уже серьезная компания, да, взрослая состоявшаяся компания, у которой штат сотрудников, то, конечно, они привлекают либо, скажем так, фрилансеров-специалистов, либо же тех специалистов, которые сидят на постоянной основе и у них занимаются интернет-продвижением, созданием контента, сайтом, uh-huh. наполнением его. Ну, насправді, треба сайтом займатися, так, як то кажуть, мало його просто створити і все, так, треба кожного дня, ну, хоча б там через день, можливо, так, треба його наповнювати, дивитися, що там і як. Скільки треба, от з якою періодичністю, от я маю на увазі, через який проміжок часу потрібно поновлювати інформацію? Вообще, есть такое правило, чем чаще, тем лучше. Но это правило хорошо для новостейных сайтов, когда новости регулярно-регулярно выходят. То есть там сидит определенный штат сотрудников, которые эти новости выбрасывают. Но опять же, если, допустим, это интернет-магазин по продаже там, каких-то товаров и услуг, то нет смысла так частить. Да? То есть имеет смысл заполнить все товарные карточки, все товары, которые, скажем так, заточить каждую страничку и продолжать вести блог. Да, то есть раз в неделю, допустим, вполне достаточно добавлять новый материал. Такий зворотній зв'язок, тобто зв'язок з клієнтом, наскільки він важливий і чи потрібно приховувати його? Обратная связь очень-очень-очень важна. То есть соцсети дают прекрасную возможность получить этот фидбэк. Сразу. Вот. То есть, когда нам что-то не нравится, мы сразу же пишем, мы сразу же тегаем, кого надо, не надо, и привлекаем внимание общественности на эту тему. Вот. А точно так же комментарии должны быть и на нашем сайте. Точно так же, да, они нужны в первую очередь владельцу компании. Владельцу компании, большой компании, потому что от рядового, скажем так, продавца до главы компании стоит пропасть. И на каком этапе, допустим, происходит сбой, где происходит сбой, в логистике он там произошел, продавцы хамят, либо же, допустим, не слишком быстро отвечают на телефонные звонки по продажам в интернете. То есть это все надо понимать. И владельцу как раз-таки обратная связь очень нужна. Так, так, звичайно, це потрібно все знати, потрібно розуміти. І насправді, якщо ви будете бачити навіть свої помилки, то ви ж зможете зробити висновки, і ваша компанія буде успішнішою. Оль, наостанок хочеться почути ті рекомендації для і володарів, ну, власників, так, ну і для користувачів. Дуже коротко, якщо можна, бо час завершується. Итак, на что нужно обратить внимание? То есть, в первую очередь, надо, чтобы ваш сайт был не визуально просто красивым, с красивыми картинками, чтобы он был информативным, чтобы он отвечал на все запросы и пожелания ваших потенциальных клиентов, а не просто радовал вас. И опять же, обратите внимание на SEO, оптимизацию сайта. Она дает возможность вашему ресурсу занимать лидирующие позиции и давать приток клиентам, которые просто так чего-то ищут.
И вот эти клиенты, возможно, станут вашими платежеспособными клиентами. Не теряйте их. Также нужны соцсети. Естественно, они поддерживают интерес к вам в социальных сетях, они привлекают этот трафик, от которого тоже не стоит отказываться. И все должно быть в комплексе, все должно быть в меру. Сайты должны быть интересными и людям, и поисковым системам. І тоді вам буде щастя. Ну що ж, Олечка, дуже дякую. Справді, дуже корисна, цікава інформація сьогодні прозвучала. Це все потрібно знати, розуміти, розвиватися, якщо ви хочете успіху. А без цього всього, без тих знань, нікуди. Зараз в сучасному світі ти вже нікуди не підеш. Тому треба розуміти, треба йти в ногу з часом, дуже швидко, а тут змінюється все кожного дня, отак, да. По декілька разів на день, можна сказати так. Ну що ж, будемо прощатися. Ольга Медведєва сьогодні була у нашій студії. Чекаємо ще наступного разу обов'язково з новими, можливо, там, технологіями, можливо, з новими темами. Спасибо. У нашій студії. А ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.